Здравствуйте, дорогие и уважаемые друзья! Я рада всех вас приветствовать! Заряжаемся энергией и позитивом в ритме танца. Сегодня у нас с вами рэг-тайм, и нам понадобится трость и резон. Но вначале традиционная разминка. Поехали! Счет разбит по восьмеркам. Приступаем. Начинаем с вами с правой ноги. Нога ушла вперед в диагональ. Раз. В сторону ушла. Два. Назад. Три. Ножки вместе. Четыре. Все то же самое делаем с другой ноги. С левой. Вперед ушла в диагональ. Пять. В сторону. Шесть. Назад ушла. Семь. Ножки вместе. Восемь. Еще раз. Руки в этот момент также работают из стороны в сторону, в противоположную от ноги. И раз. В сторону, назад, приставка, с левой ножки, вперед, в сторону, назад, приставка. Дальше мы с вами делаем два шага вперед, с правой ноги начинаем. Раз, и, в сторону, приставка. Теперь также идем назад с левой ножки. Три, и, приставка, четыре, и. Еще разочек, такой своеобразный у нас квадратик получается. Раз, и, два, и назад с левой, три, и, четыре, и. Относительно музыки, по квадратику мы будем так с вами бодренько ходить. Далее мы с вами на два счета делаем один шаг вперед. Пять, шесть, ручки из стороны в сторону. И шагаем обратно, семь, восемь. И повторяем еще раз первое движение. Раз, два, три, четыре с другой ножки, пять, шесть. Семь. Быстрые шажочки. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Смотрите, здесь вы можете немножко пофантазировать. Можно первый раз пройти два шага вперед, а второй раз два шага назад. Включайте фантазию. Семь, восемь. Мы с вами закончили. Далее мы делаем ручки перед собой. Ножки вместе и на носочках на каждый счет поворачиваемся из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На восемь мы поставили нашу помощницу и пошли вокруг нее. Раз, два, один шаг, три, четыре, один, а дальше на каждый счет. Пять, шесть, семь, пришли в восемь, взяли помощницу в ручку и опять делаем из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И такими же шагами идем в обратную сторону. Правая рука на помощнице. Идем. Раз, два, три, четыре. И на каждый счет. Пять, шесть. Надо постараться успеть прийти. Семь, восемь. Сложили руки на тросточки.
Далее мы с вами подбрасываем тросточку правой ручкой наверх. Раз, два. Стоим. Три, четыре. Правая ножка ушла вперед. Пять. Правая ножка ушла назад. Шесть. И на подушечках мы с вами поворачиваемся левым боком. Семь. Восемь. Теперь мы с вами подбрасываем левой рукой тросточку. Раз, два. Стоим. Три. Четыре, и у нас с вами работает левая ножка. Ушла вперед. Пять, назад. Шесть, семь, восемь. И повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Подбросили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда мы с вами работаем ножкой вперед-назад, рука также идет в противоположную сторону. Если нога вперед, то рука, соответственно, назад. И последнее, что мы с вами будем делать, у нас остается две восьмерки. Первая восьмерка, мы с вами идем один шаг на два счета. Раз, два, три, четыре, мы идем с вами по кругу. Пять, шесть, семь, восемь. И далее на каждый счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И мы закончили наш рэг-тайм. Здесь можно сделать точку, сложить ручки, а можно начать все сначала. Мы с вами сейчас еще раз пройдемся подсчет и затем уже будем пробовать под музыку. Итак, поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шаги вперед. Раз и в сторону назад. Три и четыре и вперед, пять, шесть, назад, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два и три и четыре и. Вы можете делать эти шажочки на носочках, тогда будет удобнее. Пять, шесть, назад, семь, восемь. Из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь. Левой рукой держим. Идем налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз крутимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Правой рукой держимся. Идем направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сложили ручки. Семь. Восемь. Подбрасываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повернулись, подбросили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повернулись. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повернулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Повернулись и шагаем с вами по кругу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на каждый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда мы с вами идем вот эти шаги по кругу, с какой ноги идем, в ту сторону делаются и ручки. Так очень будет удобно. Итак, давайте с вами попробуем под музыку. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, раз, два, раз.
вами не будем в конце останавливаться, а чуть-чуть еще пройдемся дальше. Поехали! Заключительный раз, пожалуйста, рок тайм. Моя помощница уже устала. Что движение – это жизнь. Берегите себя и до скорых встреч. Пока-пока!